Ровно на одну минуту здесь будет притормаживать электропоезд номер 6002 Кисигат-Челябинск. Доехать до Сосновки можно будет круглый год по будням и выходным. Из Челябинска запланировано 6 рейсов, обратно 5. В связи с этим меняется расписание электрички со станции Кисигат, Чебаркуль, Каширинский, Месяж. И далее по пути следования поезд будет отправляться на 2 минуты раньше графика. В Сосновку первый состав прибудет в 6 часов 32 минуты.